Всем доброе утро. Вас приветствует администрация Голицына Фиш. 23 марта. Погода вполне весенняя. Произведен запуск рыбки. Вот. Больше трех не собираться. Или сообразим на троих. Трое гостей рыбачков пока. Вот. То что? Ждем. Надеемся, верим. Ждем всех в гости. Всем прекрасного весеннего мирного дня. Первая поимочка у нас на актив. Так, аккуратненько, аккуратненько, не торопясь, заводим в луночку ее. Что-то сопротивляется. Не так, как надо идет, да? Она, наверное, как вьюн свернулась. Хвост подперла, а во что? Ратлин там или блесна? Блесна. Блесна, да? Ну, сейчас посмотрим. Просто не хочет она покидать родную стихию. Вот, как я вам говорил, сюда, в эту сторону она держится к этому берегу. Так, 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 происходит борьба. Царица рыб. Аккуратненько. Не, я ее заполнил. Так, багорщик есть у кого? Вот. Помогите, а? Помогите-ка, а? Человека. Не справится. Да. Сейчас посмотрим. Он у меня подлиннее. Посмотрим. Да, подлиннее. Оскар, может, подлиннее? Вот он. Вот, 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 вот. Серьезно. Опа-па, затея серьезная. Так, 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 так. Дена, Дена, вот она, вот она, вот она. Опа! Ох, красавица, вот это котлетка. Вот это да. А блесенка у вас какая? Это самое. А блесенка у вас какая? Она что, полностью заглотила там, блин? Не, блесенки там где. А вот, вот, покажите, пожалуйста. Вот, все, спасибо. Удачный денек. Мамуля. Вот она. У нас поимочка на блесенку. У вас вы заработали баночку резины. Ох. У нас, да, это у нас такая вот акция. Вот, пожалуйста. Поставушечка у нас работает. Опа! Аккуратно подсекли, правильно, рядочек убрали. Луночка позволяет нам. Широковато вытаскивать аккуратно ее. Оп, есть. На что у вас здесь? На пасту. Паста, спасибо, сыр. Поставушечка у нас работала. Здесь пустота. Здесь смотрим, что у нас. Ложок, видимо, загорелся. Так. Смотрим. И что у нас, Анатолич? Прижало, да нет? Опа! Еще одна сработочка у Оскара. Так, прекрасно. Багорик на месте. Потихонечку заводим. Не спеша. Не спеша. Вот. Ой, а давит как? Давит, да? А, сопротивляется. Сопротивляется. Так. Гельчатай, личико нам покажи. Явись к нам. Мы посмотрим на тебя. А у вас здесь тоже на поставушку на... А, паста, да? Сыр, да. Сыр, вот. Паста, сыр, вот она лежит на льду. Очень даже хорошо. Так, багорик в руках. И мы ее попробуем. Нет, ей помочь. На верхний крючок опять. А, на верхний крючок, зацепился, да? Зацепился, нет. А, за лед, да? Угу. Аккуратненько тогда, слабину ее не дать. Значит, будет тогда. Должно быть все хорошо. Так, 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 так. Не отцепили? А где-то багорик у нас подлиннее был. Да, у Оскара он зацепился верхний крючок за лед, а где-то подлиннее багорик был у кого-то. Сейчас, Оскар. Сейчас, 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 сейчас я поднесу. Блин, нет, там он пока...
видать, ну это хорошо, если она сидит прекрасно. Держите. Спасибо большое. Ага. Так. Вот крючок тут сюда залет, блин. Его отцепить верхняя, а на нижнем она сидит. На нижнем сидит. Неприятная ситуация. Может быть, чуть-чуть слабины, так немножечко. Сошла, по-моему. А? По-моему, сошла. Ну, должно уж слышаться удар, если она там пошится. Никак. Никак. Блин. Да что ж такое? Обмотай, я скажу, вот так вот, леску и вниз ее туда, чтобы подцепить этот крючок. Нет. Конкретный зацеп залет крючком. Конкретно. Вот. Да. Лед еще достаточно довольно толстый. Уж сошла, да? Все. Ждала и сошла. Да, видишь, красный. Ага. На розовую либру прям заживала по самой небалуй. На что взяла? Желтый? Желтый. Отлично. Ну,